Всем привет! К сожалению, певица Максим по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Дышать 38-летняя артистка сама не может. А вторичная инфекция разрушает и без того ослабленный организм звезды. Марине стало совсем плохо. Об этом говорят последние результаты КТ-вокалистки. Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что происходит нарастание жидкости. Это говорит о разрушении легких, заявил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. По его словам, виной всему вторичная инфекция. Легкая после распада восстановиться не сможет. Дальнейшее предсказать сложно. Сохранение зоны деструкции в нижней доле правого легкого на фоне плотной консолидации – плохой показатель. Это говорит о том, что там будет новая полость разрушения, отметил специалист. Овечкин указал на отрицательную динамику в состоянии пациентки, связанную с ростом количества жидкости. Стало хуже. Мне больше всего не нравится появление очагов деструкции. Это такой достаточно неблагоприятный фактор, заключил специалист. Добавим, в настоящее время исполнительница находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. К инвазивному методу насыщения крови кислородом прибегают в самых тяжелых ситуациях. Так, иммунолог Владимир Болебок рассказал, что при ЭКО выживает лишь 1 из 10 пациентов. Поклонники не устают молиться о выздоровлении 35-летней угасающей звезды Марины Абросимовой, известной под псевдонимом Максим. Певица с начала июля находится в медикаментозной коме. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!